На помощь Донецку и Славянску идет ополчение Луганска. Об этом сегодня заявил глава Независимой Народной Республики Валерий Болотов. Все подробности у нашего специального корреспондента в Луганске Сергея Самохи. Сегодня ночью из Луганска в сторону Донецка выдвинулись несколько отрядов объединенной армии Юго-Востока. Это помощь донецким ополченцам, которые сейчас сражаются уже на территории города. И вскоре подмога должна уже прибыть в Донецкую республику. Уже отправлены в Донецк, Славянск наши отряды. Они отправлялись практически всегда на протяжении этого всего времени. Не только вооружением помогали, но и людьми. Также сегодня в Луганской области произошел инцидент. Примерно в 6 часов утра боевые самолеты украинской армии атаковали один из полевых лагерей ополченцев. На него было сброшено несколько бомб, и в результате вот этой атаки пострадали 2 человека. Раненые сейчас находятся в больнице, и бой в данный момент, по тем данным, которые имеются, не ведется. Что же касается ситуации в самом Луганске, то сейчас она относительно спокойная, несмотря на сосредоточение большой группировки украинских силовиков на северных районах Луганской Народной Республики. Однако передвижение войск пока не замечено, и о каком-то штурме пока говорить не приходится. Кроме того, практически все украинские каналы сегодня вышли с новостью о том, что руководство Луганской и Донецкой республик поссорились и якобы даже объявили друг другу войну. Однако эта информация оказалась неправдивой, ложной, и даже есть официальное заявление главы Луганской Народной Республики о том, что это полнейшая дезинформация. Сергей Самоха, Вести, Луганск.